Проспал Диего Лопес. Все-таки Атлетико дожал Реал в конце тайма. Это Габи. Капитан взял на себя инициативу. Мне показалось, зачем Коки разыгрывает этот штрафной. А оказалось, не напрасно. White Stripes. Как на чемпионате Европы по футболу в Австрии и Швейцарии. После гола сразу же звучит эта музыка. И Габи как двинул-то, а? Метров, наверное, с 30. Габи, смотрите, почти центр поля. Удары, как же так мяч-то пошел. И там голову подставлял Роналду. Коснулся мяча или нет? Ну, по замысловатой такой траектории. Но это, конечно, вратарский гол. Диего Лопес отсюда.